Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Last Survival на сервере Crystallics. В общем-то, в прошлый раз мы неплохо так уже прошли. Я немножечко прокачал свою броню. Теперь у меня есть 3 легендарные штуки. Оказывается, фиолетовые первого тира легко в легендарке трансформируются. Просто нужна еще одна вещь первого тира. И тогда сразу же легендарка. Поэтому так все сложилось удачно для меня. Вот, смотрите, значит, за какой класс я хочу сегодня пойти посражаться. В целом, как будто бы есть смысл вот тут вот Зулкара качать. Ну, не знаю, Зулкар мне прям нравится, прям хороший класс. Давайте попробуем пролять сундуки. Может быть, выпадет новый какой-нибудь класс, который мы качнем, за которым мы поиграем. И нам падает пыль. Быстрое открытие нам требуется. Так, Леонардо, какой-то новый персонаж, нам он не нужен. Пока что. Надо парочку новых персов убить. Не будет же мне только пыль падать с кейсов. Хотя, наверное, только пыль будет падать, потому что много персов уже открыты. Пока, к сожалению, падает только пыль. Не везет на старте, как говорится. Но еще 13 попыток у меня есть. Может, получится легендарного перса выбить. Прикиньте, легендарку выбить. Это же вообще бомба-пушка просто. Офигеть, как не встать. Тут вроде бы как гарант должен быть какой-то на выпадение персонажей. Поэтому, возможно, скоро я достигну этого гаранта. И мне выпадет персонаж. Можно посмотреть, в магазине вроде должно быть написано. Получите эпик героя за 16 открытий. И легендарного за 16 открытий. То есть мне нужно еще немного открытий. Давайте возьмем. Я хочу и легендарного, и такого получить. Во, все, отлично, поехали. Так, на быстром получается это 16, еще 15 раз нужно открыть. Хочу посмотреть, что за лего мне дадут. Мне причем и эпика, и лего обещают дать. Так, уже близко. Я не знаю, сколько там еще открытий стало. Было 28. Сейчас 14, то есть я уже сделал 14 открытий, еще 2. По идее, на следующий уже должен быть легендарки. О, легендарка! Розар, и сейчас еще эпик должен быть один, да? И эпик, король нежити, нифига себе. А еще будет что-то? Не, все. Дальше нужно следующих гарантов уже ждать. Давайте посмотрим, что за персонажа я открыл. Так, первый это Розар. У него вот такая вот штука, вы сужаете волну энергической плазмы. О, это круто, это такой Розар из доты, соответственно. И вот этот мужик появился, король нежити. У него метеор, бросает метеор случайного врага. Плюс одно воскрешение, максимум здоровья. Получает опыта в битве, нифига себе. Интересно. А у этого скорость передвижения и сила. Нифига. За каждые 15 уровней. Ой-ой-ой-ой-ой, Розар. Ему нужно шанс крита и силу крита апать, наверное. И улучшаем его. Надо бы еще денег взять, чтобы его еще улучшить. Я хочу его по максимуму прям прокачать. И за Розарчика прям сейчас ходить подраться. Мне кажется, это будет жестко. Все, апнули его до 23-го и погнали уже на следующую битву. Мне кажется, в принципе, мы должны ее легко затащить. А, нет, погодите, еще рано. Последняя, хранитель рун. Мы же в прошлый раз убили руну, и она, короче, такая же. Они, видите, заменяются, да? То есть, что у нас тут есть? Луч, урон, цепная молния, урон, чародейские стрелы, урон. Чародейские стрелы неплохо. Инферно удар, дыхание дракон. Также мы можем, знаете, еще взять? Взять вот эту штуку вот с цепной молнией, например, да? Закинуть ее вот сюда и объединить ее вот, закинуть на нее эту штуку. Вот, раз они в разные слоты не могут вставать, небесный сапфир, значит, мы давайте его улучшим. Тут здоровье и урон вырастет. Улучшаем, смотрим, второй левел, отлично, надеваем. Не знаю, почему другие слоты нельзя, возможно, нужно, чтобы название рун отличалось. Я пока в этом еще не разбираюсь, плохо с рунами разбираюсь, короче. Поехали играть. Залетаем. Так, механический мир, соответственно, у нас что там? Вихрь металла. Опять будем автоматонов бить. Так, сменить героя на Розар. Розар, начать игру. Ну, не, ну. О, погодите, а что там у меня в пати? Много чек было. Ого. Ну, кулдаун долгий. Ну, как мощно зато, а? Видели? Просто всех убиваем. Еще и ножи взял. Так, ножички. Хорошо. Силу крита, шанс крита, скорость атаки. Получается, берем магнит и XP. Можно будет что-то еще взять. Урон, скорее всего. О, это будет мощно. Либо реген. О, кроссфайр. Ну, он много надамажил, но, если честно, как-то мне он не понравился, этот кроссфайр. Мне с ним было тяжело. Мне с ним было некомфортно. Поэтому нахер пусть идет этот кураж кроссфайр, если честно. Так, здесь вообще ничего не нужно. Роляем. Давайте, ладно, возьмем пассивку перк на урон. О, давайте вот этот импульс прокачаем. Может, он быстрее откатывать будет. Но, как минимум, больше дамажить. Ну, пока против волков, как будто бы больше-то и не нужно, если честно, урона. Нормально, вообще проходится. А больше бы мобов под это такое кольцо выпадало. Вот как сейчас, например, защита. Кстати, смотрите, у нас синяя. Ну, защиту брать нельзя. Нет. В этот раз мы на это не поведемся. Можем врольнуть. Нет, давайте возьмем магнит. Магнит точно пригодится. Защита нам уже просто не влезает, понимаете? По математике чисто защита не влезает.
Ну, либо надо ролить экспу, чуваки. Давайте будем ролить экспу, наверное. Если сейчас не придет. Магнит синий, надо дать R. Ой, волшебная палочка брать нужно, чуваки. Брать нужно без вариантов. Когда приходит что-то такое, надо в стоп-долл брать. Ну, что мне и так это нужно будет брать, так почему бы не взять это сейчас? Да, понятное дело, опыт, но а вдруг я рольну и будет вообще полное говно, правильно? То есть, как бы нужно наперед тоже думать. Да, цепная молния. Ну, давайте тоже сразу же возьму ее, пусть тоже выпадает. Я, в принципе, если сейчас все оружие наберу, которыми я хочу пользоваться, то будет попроще. У нас цепная молния и вот этот круг разора. Я прям чувствую себя разором из доты, если честно. Так, хорошо. Пошли в более крутые роботы. Но для нашей молнии, я думаю, это вряд ли проблема, правильно? Вообще не проблема. Так, импульсная молния. Качаем дальше. Опыт до сих пор не пришел. Я уже 8 левел. К сожалению, ни одной опытинки просто. Ну, давайте поролим, пофиг. Паролим, потому что хочу, чтобы опыт уже пришел. Ну, не падает, не приходит, не везет. Не везет. О, тортик, нифига, монетки. Так, ролл, ролл. Какой шанс низкий, а, просто. О, XP, отлично. Все, я нашел XP, так что сейчас он будет приходить. Опыт будет тоже буститься. Просто пока не возьмешь пассивку, у нее шанс прийти как будто бы ниже. А когда она уже у тебя, шанс прийти выше. Поэтому я и ролил опыт, чтобы он сейчас мне просто чаще приходил. Ну, не пришел вот сейчас, например. Ладно, возьму ножи, потому что скоро босс. Оружие тоже нужно апать, чтобы не умирать, правильно? То есть, как бы, нам нужно выживать же здесь нужно. Первостепенно это наша задача. Давай, 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 босс. Оп, прошлись по нему хорошенечко. Но ты живет же, живучий гад. Надеюсь, пятерной сундук нам даст. Не меньше. Ножи качаем. Давай, давай. Ну, нифига он живучий, конечно, так. Пятерной? Однерной, конечно же. Ножи берем. XP берем, конечно же, XP. Надо, 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 XP нам надо. Надеюсь, у этого кольца разора потом радиус еще увеличится, было бы неплохо. Но скорость бега прямо ощущается, что я гораздо быстрее бегаю. Это прикольно. Не, вот этот крутой класс. Может, реально его качать? Может, скорость бега это реально очень полезная штука для выживания. В такой игре. Жаль, до сих пор нет пассивки на скорость бега. Я бы ее, наверное, брал, потому что это, ну, было бы очень удобно. Мобы все бегают в целом относительно медленно, поэтому со скоростью бега я бы от них просто улетал бы. Прикиньте, еще на 50% поднять там или на 70%, это же вообще мощь. Мне кажется, это в будущем откроется у нас с вами, ребятки. Так, пока что давайте возьмем урон, он синий. Также нужно найти откат, шанс крита и силу крита. Раз у нас персонаж через крит играет, то очевидно, что надо шанс и силу крита брать. Стопудово, потому что, ну... Сила, очевидно, у нас она и так бустится, будет дополнительный буст силы крита. А шанс крита, ну, чтобы просто крит был, правильно? Так, вот сейчас вот, оп, толпу зашли. Так, ну вот у нас крит, шанс крита. Давайте скорость восстановления тоже прокачаем, это нам нужно. Так, 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 а чё мобы-то, где все? Видимо, я слишком сильно качал оружие. Они даже отспавниться не успевают. Ну, сейчас уже будет первый босс. С первым боссом у нас, думаю, с вами проблем не будет, дорогие друзья. Так, опа. Сюда. Опа, сейчас все, пятая минута. Давай, добиваем этих мобов. Ну все уже, давайте опыт. А босс такой-то немного шизанутый. Ладно, ножом в него стреляю. Ага, продамажил, смотри, опять начал кататься. Опять ездит. Надо поближе рядом с ним стоять, чтобы его молнией задевало. Вот этой вот, да. Опа, отлично, сюда. Магнит зря подобрал, конечно. Ну да ладно, пусть будет. Опа, крит шанс, вот что нам нужно, крит шанс берем. Ножи, надо качать уже ножи до максимума. Ох, синие кристаллы, удачи, персонаж становится на 10% удачливее. Что это, новая пассивка? Блин, ну я ее уже не возьму. Можно силу крита не брать? Ну, кстати, да, а что если не брать силу крита, если сейчас сначала замахшу удачу, может не будет приходить там все остальное, типа синие пассивки, там или легендарный откат, прикиньте, вообще же ужас. Давай, не, все, я готов. Я готов пожертвовать силы крита ради этого. Пока что бустим опыт. И сейчас, если нам придет удача, попадется, мы возьмем удачу шестой пассивкой. Да, давайте импульс. Пока что откатывать он быстрее не стал, к сожалению. Дальность подбора нет, давайте ральнем. Ох ты, защиту предлагает не такую сочную. О, двойной стал вот этот вот круг. Офигеть. Двойной, это мощно. Давайте прокачаем дальность подбора. Так, волшебная палочка. Ждем удачу вторую. Вернее, удачу 10%. Не приходит больше. Вот тогда вот не взял, очканул. Теперь жалею, понимаете? Очканул, теперь жалею. Надо было не очковать, а брать. Правильно? Так, магнит, скорость. Тут все пассивки, кстати. А не, ну ножи. Давайте возьмем ножи. Ну какая же мощь, а? Какая же мощь этого оружия? Шанс крита, урон. Ну давайте шанс крита. У шанса крита там 10 левелов вроде. Как у меня вообще шанс крита? 5,7%. Когда докачаем, будет процентов 15. В целом неплохо. Цепная молния, апаем. Цепная молния мощная штука, так-то на самом деле. Волшебную палочку в первую очередь. Цепную молнию во вторую, конечно же. Первый, второй у меня уже ап. Да не, ножи еще 7 левел. Там еще один левел остался. Ой-ой-ой-ой-ой. Крит шанс. Еще и какой выпал. Кстати, байтит. Не, мы удачу. Мы ищем удачу. Нам нужна удача. Дайте мне ее.
Не дают удачу никакую, смотрите, я прям роляю жестко. Ножи докачиваю, что они приходили уже. Дайте удачу, прошу вас. О, молния. Она была, возможно, магнит. За это хрень, магнит не хочет еще так рано докачивать. Блин, а где вот удача пришла один раз? Все, типа, был единственный случай. Это была удача, да, которую я случайно скипнул. Но это вам гайд, дорогие друзья. Значит, это мастера, как скипнуть свою удачу. Так, волшебная палочка, берем. Тут ничего интересного. Ничего интересного. Ой, сундук что ли взял? Я тут пока ролял, знаете. Волшебная палочка. Так, нужно уже новое оружие брать. Октава бластер вроде неплохо дамажил, насколько я помню. Давайте возьмем, пусть дамажит. Удача, отлично. Удача пришла. Удачу апаем. Удачу апаем. Так, крит шанс. Еще одно оружие предлагают взять, но я не хочу еще одно оружие брать. Удача. Октава бластер. Ну, ничего из этого не хочу, давайте я крит возьму. Нормально, хилочку надо подобрать здесь, правда. Неплохо, неплохо. Удача 3. Ой, сундук, сундук. Удачу апнет мне, октава бластер. Ну ладно, это нормально. Дальность подбора. Ом, цветная молния, фул. Даже не знаю, что еще взять оружием, если честно. Может быть, бумеранг взять, он в целом неплохо был. Нут, кроссфайр. Ладно, давайте инферно удар. Что-то я вот удачу взял, если честно. И не чувствую этой удачи. Почему мне пассивки не приходят жестко заапанные? Пока что буду качать октава бластера, инферно удар до конца. И смотрите, какие пассивки мне приходят. Пока что пассивки вообще фул дефолт не приходят. Я говорю, возможно, у этих... Нет рарности. Ой-ой-ой-ой, мужик, что заспавнился резко. Ой, дамажит жестко, кстати. Дамажит очень жестко, нужно с ним что-то делать. Ох, было близко. Надеюсь, следующего босса уже одолею. Попроще. Ну, это, конечно, настораживает. Зря удачу брал просто. Удача лишняя пассивка, которая мне сейчас все изруинит, да? И ладно, надеюсь, урон возьму. И скорость докачаю, все остальное докачаю. Оружие в целом я уже практически прокачал. Так, октава, инферно удар. Вообще не приходят пассивки. Ой, я не то взял, зачем скорость становления до чертовой латнул. Вот, урон, ну хотя бы синий. Давайте возьмем урон хотя бы синий. Ну это, конечно, бред вообще, что... О, еще синий урон берем. Октава бластер берем. Так, здесь снова октава бластер. И снова октава бластер. Инферно удар. Ну все, я все на фул накачал, и ни одной пассивки не пришло. Синий там, красный. Давай крит апнем. Давай скорость отката, ладно, уж что, мы уже не увидим тебя, пусть откатывает лучше быстрее. Ну да, удача не работает, чуваки, просто не работает на некоторые пассивки. Это плохо, что об этом нигде не сказано. Почему на пассивке не пишется, что, типа, нет легендарок там, типа, и так далее, нет прокачиваемых скиллов. Это как-то неправильно, потому что, а нафига надо удачу брать, для чего, типа, чтобы больше сундуков, типа, вот этих тортиков появлялось, чтобы чаще с них хилки падали. Или чтобы сундуки постоянно пятерные падали, тоже непонятно, если честно. Но вот сейчас у меня удачи дофига, да? То есть, соответственно, может быть написано, что удача делает? Тут даже удачи нет, чуваки, вы понимаете? Даже удачи здесь... А, нет, есть. Удача повышает шанс на более редкие находки и события. Ну, блин, удача 72%, вы понимаете? У меня очень высокий шанс на редкие находки и события. Пока что не почувствовал ни одной редкой находки, ни одного редкого события, если честно. Ну ладно, я фул вкачан на самом деле, не думаю, что меня здесь пробьют. Килки копим до босса, на боссе их уже используем, естественно, все как обычно. Но этот босс меня сильно пробивал, то есть, возможно, вот этот, который сейчас будет, тоже будет достаточно сильный, но... Когда у меня не было столько пассивок вкачано, понимаете? Теперь-то у меня куча пассивок, которые криты дают, шанс крита, мне шанс крита стал сколько? Шанс крита, ой-ой-ой, мужики, аккуратнее, аккуратнее, шанс крита у меня сейчас 13,7, 13,7 шанс крита, это вообще неплохой крит, если честно. А где тортики, кстати? Вон там сердечко валяется, пойду возьму. Одно, тут еще одно валяется, я его брать не буду, только это возьму пока. Ну все, мне кажется, я могу чисто вот так вот стоять. У меня волна срабатывает, мобы умирают. Можно никуда не ходить даже. Чисто в углу вот так вот встать. Ну да, сзади меня никто не может заспавниться, то есть не стрелять только в одну сторону. То есть даже если мобы умирают от одного оружия, то патроны летят от следующих мобов. Но они уже начинают близко подходить, возможно, на минуте 14 уже придется бегать. Пока что вообще удобно стоим, чуваки. Ой, видите, да, доходит немножечко. Немножечко тогда доходят эти вот роботы, потому что долго откатывает у меня кольцо это энергетическое. Оп, оп, подбираем левел, подбираем. Хорошо. Хорошо, собрали, отлично. 13.35 тем временем таймер. Это типа неплохо, но нехорошо такой. Приемлемый таймер, я бы сказал. В нашей ситуации. Так, хорошо, нормально мобов покосил. 14-я минута уже начинается, кстати. Это опасно. Пару хилочек все-таки возьму, а то что-то это... Ситуация обостряется, конечно. Тут еще хилка слева должна валяться, моя такая нычка, так скажем. Пусть пока лежит, наверное. Так, 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 хорошо. 40 секунд до босса, пока все стабильно. А реген у меня есть? 136 хп даже у меня реген, нифига себе.
Откуда? Нормально, нормально, там балалайка накидывает. Интересно там посмотреть, сколько оружия урона нанесет. Какое. Ну, Инферно, очевидно, будет в жопе. Своим вот этим выстрелом слабеньким. Все, 10 секунд до босса, дорогие друзья, остается. Мы уже почти до него добрались. Сразу же берем хилку. Так, где босс? Так, 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 так. Пока хорошо, он пока ничего не делает. В таком случае захиляемся. Начал прыгать, но мы его убиваем. Фуф. Так, 27 миллионов, 27 миллионов, 21 миллион, 17. Не, ну смотрите, это была... Вот эта штука тоже октава наносит нормального урона. И октава, и молния, и это, и теперь еще это фаворитное у меня оружие. О, руна. Небесный аметист. Опять небесный аметист. А, еще одна. Небесный цитрин, кстати, другая руна. Ну-ка, давайте проверим, что это за руны такие у нас. Так, хранитель рун. Вот это уже отличается, смотрите. Да, в другой слот. Это тоже в другой слот. Офигеть. Ну, неплохо. Но они в любом случае дают какие-то статы. Пусть лежат. А потом еще добудем, естественно. В разные слоты раскидаем, будем их хапать. Думаю, будет вообще здорово. Блин, ну этот класс с разором вообще имба, имбулечка. Прям, я прямо в него влюбился, если честно. Хороший класс. Думаю, за него будем последующие катки играть. Потому что он достаточно сильный, самодостаточный, очень хороший класс у него. Изначальный скилл просто эпик фарм скилл, которым можно легко фармиться. Интересно, а какой я в рейтинге вообще? Мобов. Рейтинг прохождения, уровень сложности. А, это уровни сложности, тут мобы, нифига. Ну тут вряд ли я в топе есть. Ну-ка, поэтому топ по уровню, офигеть. Я 24 левел, даже, наверное, в топ сотки нет. Да, ну постепенно, да, эти широчек за широчком мы дойдем до топа. Ну тут, правда, вообще топовый чел 70 какой-то там уровень. Мы его тоже догоним, мы догоним этого Лунариона 69, вот этих вот всех пацанов, кстати, здесь тестер, причем раз тестер, два тестер, три тестер. Тестерам, видимо, очень сильно эта игра зашла. Ну и вон, ребятки, тоже жесткие здесь в топе, ладно, хорошо. Чуваки, в принципе, на этом все, с вами был я, Майнкрафтер Демастер, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки. Увидимся с вами в следующих видосах, на этом все, всем удачи и всем пока-пока. Заходите на Кристалликс, играйте вместе со мной.